Привет! Представляю вашему вниманию гарнитуру JLab GoWork. Если большая часть вашего рабочего дня проходит за видеозвонками и переговорами, то тогда гарнитура должна быть соответствующая. С такой гарнитурой хочу в этом обзоре познакомить вас я. Вы на канале Заграчики Обзоры, с вами Сергей. Цена на момент обзора на сайте Розетка 3399 гривен. Данная гарнитура имеет комбинированное подключение с помощью Bluetooth версия 5.0 и с помощью кабеля, который входит в комплект. Ну а те, кто смотрит постоянно наши обзоры, уже знают, что у компании JLab 2 года официальной гарантии на продукцию. Эта гарнитура не исключение. Гарнитура упакована солидно в фирменной упаковке. В комплекте гарнитура, инструкции и два кабеля. Кабель для зарядки и кабель для подключения проводным способом к вашим гаджетам. Оба кабеля имеют подключение к гарнитуре с помощью разъема USB Type-C, современный метод подключения. У гарнитуры полузакрытые динамики и крепятся на голове с помощью оголовья. Корпус собран из качественного пластика, он матовый и никакого неприятного запаха нет. Слева и справа присутствуют логотипы JLab. Оголовье, конечно же, регулируется и подойдет под любой размер головы. Достаточно лишь отрегулировать выдвижной механизм. А чашки самой гарнитуры поворотные. Материал амбушюр кожзам плюс поролон. Очень мягкие, комфортные и можно пользоваться целый день. У изголовья все тоже очень мягко. Ну и это неудивительно, ведь JLab Audio – американский бренд аудиотехники, который уже 17 лет занимает ведущую позицию на рынке. Сверху на изголовье – название бренда. Внутри имеется отметка, где левая сторона, а где правая. С правой стороны находится всенаправленный микрофон. При поднятии микрофона вертикально происходит щелчок. Угол его регулировки 270 градусов. Благодаря этому им можно при необходимости пользоваться как с правой стороны, так и с левой. Именно там же справа располагается разъем для зарядки USB Type-C, световой индикатор, кнопка включения и кнопка громкости. Сбоку имеется еще одна кнопка. Кнопка, благодаря которой можно быстро отключить микрофон. При этом на конце микрофона загорается красным цветом индикатор, что оповещает, что в данный момент микрофон не работает и вас собеседник не будет слышать. На серой пластине отчетливо видны 4 отверстия, через которые как раз и улавливается наш голос. Лепесток самого микрофона гибкий, он направлен ближе к телу. Вес гарнитуры 160 грамм. Длина кабеля для классического подключения с помощью разъема 3,5 – 120 сантиметров. Благодаря такому подключению не будет израсходован ваш аккумулятор, или в случае, если он сел, вы можете использовать такой способ. Теперь произведем настройки беспроводного подключения. Нажимаем кнопку питания и удерживаем. Начинает мигать индикатор. Берем ваш гаджет, а это может быть любой гаджет, где есть Bluetooth. Находим подключение и подключаемся. Конечно же, отображается процент заряда, а также какой тип кодеков поддерживается. Кодеки SBC и AAC. Проведем тест на синхронизацию звука. Все отлично, задержка минимальная. Теперь совершаю тестовый звонок. Запускаю запись разговора. Тестируем сейчас беспроводным способом. Микрофон встроен в гарнитуру JLab GoWork. Реально гарнитура для работы, и об этом свидетельствует много факторов. Я сейчас спокойно разговариваю, я веду беседу. Представим себе, что это какой-то колл-центр, или вы любите общаться по видеосвязи с друзьями или просто с помощью IP-телефонии. Или же вы реально работаете, то есть реально вы какие-то ведете целые проекты, и вам нужно быть на связи, чтобы вас хорошо слышали, а не только хорошо видели. Вот как раз гарнитура за это и отвечает. Микрофон очень качественный. Если взять какой-то пакет и пошуршать боковым, скажем так, улавливанием звука, как он реагирует на посторонние помехи, вам этот тест поможет понять, как он справляется с данной задачей. Это у нас был беспроводной тест. Теперь проверим микрофон, когда гарнитура подключена через провод. Запускаю запись в диктофоне. Запись уже вы слышите через встроенный в гарнитуру микрофон. Расстояние приблизительно около метра. И я сейчас одеваю их и использую. Проверка микрофона. Микрофон находится направленного действия прямо ко рту. И я спокойно веду беседу. 1, 2, 3, 4, 5. Судя из того, что я вижу, и, конечно же, из того, что вы слышите, вы понимаете, что качество отличное. Ну, а если просто вести беседу, как это я делаю. Вот сейчас звук студии. 1, 2, 3. Тест микрофона студийного.
А сейчас тест микрофона на той же громкости, с той же тональностью, и вы слышите его через встроенную гарнитуру. Во время использования гарнитурой очень удобно пользоваться. Она удобно и комфортно сидит на голове. Звук громкий, качественный, богатый на высокие, средние и низкие. Отлично подойдет не только для того, чтобы много работать, но и чтобы качественно провести время, либо во время игры, либо во время прослушивания любимых музыкальных треков, либо во время просмотра фильмов. Гарнитура на данный момент подключена беспроводным способом. Проверяю настройки, чтобы микрофон был установлен на чувствительность 100%. На данном этапе уже используется именно этот микрофон, и вы слышите запись непосредственно на этот микрофончик. Шуршу. И если нужно отключить, чтобы не было слышно рядом с вами или то, как вы ведете беседу с кем-то, то нажимаем на эту кнопку. Только включаю. И это все слышно. Что интересно, сейчас используется данная гарнитура сразу на двух устройствах. То есть у нее есть мультипоинт режим. Она может работать сразу с двумя устройствами. Если перейти в режим камеры, посмотреть сейчас на ноутбук, то у нас показывает информацию, что подключен микрофон и звук через JLab GoWork. Но если опустить шторку и зайти в настройки Bluetooth, то у нас отображается информация, что и в смартфоне также используется данная гарнитура. Во время работы у гарнитуры мигает время от времени индикатор голубым цветом. По одиночному нажатию на кнопку питания происходит управление паузой или воспроизведением. Одиночное нажатие на кнопку громкости происходит регулировка. Плюс вверх, минус вниз. Ну а если же нажать и удерживать на эти же кнопки, то происходит переключение трека вперед по кнопке громкости плюс, или же по кнопке громкости минус назад. Голосовой помощник вызывается двойным нажатием на кнопку питания. Если просто ответить на голосовой вызов, который вам поступает на смартфон, достаточно один раз нажать на эту кнопку. Либо, как заявляет производитель, можно опустить микрофон по горизонтали и сразу принимается ответ. В моем случае эта функция не работала. Если вам поступает звонок и вы хотите отклонить его, вам необходимо нажать на кнопку питания, подержать и бросить. А если одновременно зажать кнопки громкости, переключает эквалайзер. EQ2. Встроено два режима. Режим работы и музыка. Режим работа – это делается акцент на голос, идеально для звонков. Ну а режим музыка уже позволяет расслабиться, объемный и приятный звук. Ну а тройное нажатие на кнопку питания включает режим прослушивания вашего голоса в реальном времени. Вы слышите сами себя через внешний микрофон. Ну и конечно теперь можно провести тест автономности. Полностью заряженные наушники мы проверяем на 80% громкости. Сколько они продержатся? Ведь заявил производитель, что в средней громкости они проработают 45 часов. 45 часов! Давайте проверим. Итак, 18.08, только что были полностью заряжены наушники, гарнитура JLab GoWork и 100% заряда. Запускаем тест, включаю YouTube Music, громкость устанавливаю примерно на 80%, запускаем тест. Прошло уже 17 часов, без пару минут, 50% заряда. Невероятно, без одной минуты 25 часов. Сейчас 19.07 и наушники показывают 20% заряда. Всего 1 минута, чтобы было 30 часов, но, к сожалению, друзья, вынужден остановить тест. У нас 10% заряда и уже позднее время. 10% останавливаем тест и завтра, когда уже будет возможно у меня сидеть рядом с ними и наблюдать, когда же они отключатся, смогу точно сказать, сколько они продержались. Вот только что было 30 часов, как они работают. Вступил новый день, запускаю Bluetooth, включаю гарнитуру, подключилась. Интересно, что когда отключали, было 10% заряда, но сейчас, возобновив тест, у нас 20% заряда. Тест продолжаем. Прошло 3 часа, 10% уже остается, и добавить к тем 30, итог понятен. Ну и продолжаем тест. Прошло еще 2 часа, итого 35 часов, по-прежнему 10% заряда. Продолжаем тест. Это невероятно, это снова дежавю. По-прежнему 10% заряда держится, и гарнитура работает уже 10 часов, и я снова вынужден буду отключить, так как не могу дождаться, когда же они наконец отключатся. Завтра будем снова продолжать тестировать.
Время 00 часов 6 минут. Так, опущу шторку, чтобы вы видели, что это воскресенье, 9 июля. И отключаю Bluetooth и здесь, и на наушниках. Продолжим тест завтра. Наступил новый день. Запускаю Bluetooth, включаю в наушниках. Наушники включены, сразу обнаружены. Уже отображается не 20, как в предыдущий раз, а 10%, как и отключали. А значит, уже совсем скоро гарнитура отключится. Но все же 40 часов уже продержалась. Давайте вновь продолжим тесты. Запускаем YouTube Music и вместе с вами проверим громкость. 80% оставляем. Продолжаем тест. Только что, друзья, отключилась гарнитура и проработала она ровно 44 часа и 20 минут. Невероятные показатели. Я должен был проверить, и я горжусь тем, что у нас это получилось. Ставьте лайк за труды. Ну а зарядив встроенный аккумулятор от 0 до 100%, USB-тестер показал 488 мА. Отлично. Все соответствует заявленным характеристикам и даже лучше, если взять по автономности, ведь 80% громкости и 44 часа. Великолепно. Однозначно на рабочую неделю хватит или же много дней играть в игры. Кстати, гарнитура заряжается 2 часа. В характеристиках указано, что данная гарнитура способна работать беспроводным способом до 20 метров. И я проверял, действительно сигнал очень стабильный, без всяких потерь. Можно использовать данную гарнитуру вдали от вашего гаджета. Ну вот и все, вы все слышали. Поделюсь отзывом по ощущениям. Сейчас в помещении достаточно жарко, так как снимаю в начале июля. И в городе тоже и на улице очень жарко, в квартире около 28 градусов. Да, некий дискомфорт есть, но это не вина наушников. Любые наушники, даже вакуумные, приводят к некому дискомфорту. А так мягко очень сидят, даже по-своему изолируют некий звук со стороны, потому что плотненько прижимаются. Нету какого-то давления на уши, потому что очень мягкие амбушюры. И сверху тоже не давит. Регулировка хорошая. Удобно подстроить, если как-то вам мешает. Есть такие микрофоны, которые ну прям лезут в рот, и ты как-то их пытаешься отодвинуть, а они не слушаются. Здесь же как раз вот золотая середина, максимально близко. Можно вот настроить изгибом. Вот так. И отлично все будет работать. И ну, если вам вдруг надо одно ухо освободить, то можно вот так оставить. Второе. Раз. То есть слышишь, что происходит снаружи. Если вдруг надо даже вот так вот сделать, знаете, поднес. Ну, использовать его как микрофон для переговоров, но звук, динамика извне, то это тоже отлично работает. Я доволен этими наушниками, этой гарнитурой. У нее направленность на то, чтобы вести переговоры и вести разные деловые вопросы или общаться с друзьями. Ссылку на покупку данной гарнитуры есть в описании под видео. Ставьте лайк за труды, рад был с вами поделиться обзором на этот уникальный гаджет. Всем спасибо, до встречи в новых видеопроектах.